Таким личностям стоит уделять больше внимания самочувствию из-за частых перепадов настроения. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Владельцы этого имени одарены великолепной фантазией и воображением. Их присутствие всегда придает окружающему отблеск таинственности, но иногда болезненно ранимы. Их утонченная натура плохо приспособлена к грубости и хамству современного мира. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Согласное «Ше» в имени делает человека хладнокровным. В экстремальной ситуации он не поддается панике, сохраняет ясность мысли. Люди с шипящими именами одарены в области изящных искусств, имеют хорошие артистические данные, обладают врожденным чувством такта, никогда не заденут чужого самолюбия. У этих людей имеется чувство собственного достоинства. Люди с этим именем знают, что живут в этой жизни для того, чтобы выполнять роль арбитров в различных конфликтных ситуациях, а также нести утешение и надежду тем, кто в этом нуждается. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Очень часто владельцы этого имени становятся экстрасенсами. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.